да, нормально. Мне не нравится. Так, Гамора, что думаю, нам сюда. Парень на 50 минут. Чему злиться? Да у него столько нет. Потому что Квилл тебе не дал. Тут нечего обсуждать. Я это запомню. Психопат Кататианский. Дядя Хеллбендер пересекает джунгли за 7 шагов. Несомненно. Или перелетает через горы. О, она еще и летает? У нее есть летучие питомцы. Дракс, кое-что в твоих рассказах звучит неубедительно. Да не то слово. Твои навыки пилота тоже неубедительны, Питер Квилл. Ты не поспоришь. Я есть. Нет, статуи за нами не следят. Дракс, можешь расчистить путь? Сперва признай, что все мои рассказы о леди Хеллбендер правдивы. Ну, значит, нет. Гамора, расчистишь путь? Говорят, леди Хеллбендер чувствует каждый порез на теле ее джунглей. Ого. Бомбардировщик Нова. Я таких не видел со времен войны. Чтобы подбить такой, нужен был десяток кораблей. Десяток. Или одна лазутчица Читаури. Сочту это за комплимент. Крепости все не видно? Нет. Мы точно идем в ту сторону? Да. В чем теперь проблема? Да. Нет. Пусть сначала кто-нибудь другой рискнет шкурой. Мы с Крутом там... Иди уже. Нет, сам иди. Ну, кто-нибудь. Лидер должен подавать пример. Если это не опасно. Мне ведь нужно прикрывать вас. Ну-ну. Вот видите, бояться нечего. Ладно. Не вздумай толкнуть меня, убийца. Если нужно убить, есть способы получше. Потихоньку. Крут говорит, внизу что-то есть. Чудище. Да не важно. Очень важно. Все равно она не устойчива. Идите. Я видел, как он еще большой. Спасибо. Пожалуйста. Но дальше сам. Питер Квилл! Мы здесь не одни! Дайте я! Ребят, вы знаете, что это? Чудище! Спасибо, Гамора! Остатель ждет!
Ленивая тварь! Бейся до конца! Ну вот, убегает толстячок. Но только не поджав хвост. Пойдемте следом, покончим с ним. Ты знаешь, что ты вселяешь страх? Да. Но наверху определенно есть выход. А это то, что нам нужно. Заодно сориентируемся на местности. Решено. Берёмся по этой конструкции. Да, ладно. И как это сделать? Вопрос. Я начинаю думать, что визор лучше было отдать мне. Как будто тебе можно верить. Здесь мы согласны. Невежество Питера Квилла предпочтительное лжи к разуму. Вон тот реактор еле держится. Весь какой-то замызганный. Фу! Гамора, ты сечешь в кораблях. Что скажешь про реактор? Он покрыт грибком. Его можно сбить, но не отсюда. И у меня нет пушки. Ребята, та тварь все еще где-то рядом. Ракета, нужно твое мнение. Как нам добраться до реактора на крыле? Нашел кого спросить. Я ниже тебя. Грут, у тебя же ветки. Можешь дотянуться и скинуть вниз вон тот реактор. Эй! Выбирай выражение, парень! Сказал бы просто нет. Вот как думаете, за что они здесь сражались? Может, ни за что. Может, эти корабли попросту угодили в бурю руку. Как думаете, здесь была тайная база? Может быть. Далекая планета, враждебная среда. Бури защищают от обнаружения. Гамора, как высоко ты сможешь забраться? Сейчас узнаем. Убиваешься моментом, убийца. О чем ты? Смотришь на могилы врагов. Корпус снова не мои враги. Они были врагами моего отца. Я вижу замшелый реактор. Его можно сбить парой выстрелов. Ура! Этот малыш наш билет наверх. Это не малыш и не билет. Это реактор. Смотрите, тут еще один из этих старинных верстаков. Неудивительно. Может, кто-то хотел починить бомбардировщик. Ракета, давай глянем, работает ли он. Да, хорошо. Надеюсь, монстров мы больше не встретим. Готово в рекордный срок. А, что дальше? Мы собирались залезть на эту конструкцию. А, да. Тракс, тебе ведь не трудно будет сдвинуть его? Не трудно. Как и могучая леди Хеллбендер, я исключительно мускулист. Знаем, крепыш. Этот агрегат чрезвычайно тяжел. Так ведь и ты исключительно мускулист. Да, поэтому с таким весом я справлюсь. Ты хоть знаешь, куда его ставить? Я лишь выполнял указания лидера. Я вижу. Не затягивай, нам нужно попасть в замок. Крепость. Монстра не видно. Хорошо, можно ли туда спуститься? Ну, рискнем. О, ха-ха, весело. Он погиб? Слышь, Квилл, ты подох? Нет, я жив. Тебе требуется помощь, Питер Квилл? Да нет, я сам выберусь. Он так проржавел, что цвет почти не разобрать. Война давно прошла. Эй, думаешь, он там застрял? Возможно. О, да ладно.
эта леди герой войны, и она отмажет нас от корпуса. Лучше не поднимай эту тему. Чего это? Тем, кто был на войне, не хочется вспоминать о ней. Именно. Да, вот так, вставляй. Ага, нормально? Да, отлично. Да, это не больше этого огромного. А, да, я разрешил ему съесть первым Грута. Да шучу, я Грут. Может, уже начнем спираться наверх? Тут самое место. Сейчас сделаем. Сперва корабль сопротивления, теперь корпуса. Почти все участники войны в сборе. Может, это был плацдарм для наступления на Читаури? Или здесь было логово жуков, а этих ребят продырявили на подлете. Что дальше, Питер Квилл? Пока мы дойдем, леди Хеллбендер уже охладеет монстром и заведет себе другое хобби. Да, это очевидный сарказм. Просто наш подход как-то затянулся. А я говорю по делу. Я вас так мотивирую. Ну, как видишь, помогло. Теперь заберешься? Я мигом управлюсь. Навевает воспоминания. Впечатляет. Вот, справились. Вы все молодцы. Я помогал морально. Ладно. Нас ждут гнущиеся под ветром скользкие ветви. Меня восхищает, как мы всегда минимизируем риски. Мы не минимизируем риски. Одно неоспоримо. Мы бы точно не достигли цели, если бы убийца. Ракс похвалил Гамору? Я воздаю каждому по заслугам. Ну, наконец-то. Мы все знаем, что Гамора очень клевая и способна. Вот она, крепость леди Хеллбендер. Она больше, это точно. Она не больше, это мы приблизились. Спасибо, Дракс. Здесь вроде можно спуститься. Квилл, глянь на этот корабль. Узрите гнев леди Хеллбендер. Ее боялись даже Читаури. Они тогда мало кого боялись. Я ведь и не знал, что за Сикнар шла такая борьба. Борьба шла за каждый клочок земли. Ну да. Но все равно, как-то странно воевать за такое болото. Но не понесла. Психической ценности. Слизь. Ребят. Погодите пока спускаться. А почему-то так глубоко. Увязли? Думаешь? Ты Шмагов сын, тянись! Меч бесполезен. Найди веревку. И побыстрей. И где я найду веревку? Не знаю. Я тут тону в желе. Делай что-нибудь. Например. Мять. Квилл. Что ты сделал? Колдовство. Так холодно. Ракета! Вытащите его! Бластеры. Такое было только раз в детстве. Специально не умею. Спартанская техника. Ха! Вот думаешь, уже все повидал. Ну, тебе. Слушай, убери дай свои руки! Квилл, я просто хочу разобраться, а не то решу, что это магия. Или колдовство. Парни,
Или ДНК-кодированные нейроцепи с пластичными наносплавами. Или колдовство. Ну вот опять. Готов, кубик льда. Прикольно. Эта граната заделяет твои пунктики. Его перелить. Есть. Динь-динь-динь. Золотую звезду гению. Давайте подумаем, как тут забраться. Звезды из водорода, а не из золота. Это планетой. Ракета, выдвинешь орудие. За счет моей звериной силы? Нет. Может, получится выдвинуть у него что-нибудь сбоку? Грут, вытащишь орудие. Я есть могу. У него ветки оторвутся, Квилл. Дракс, займись. Хорошо. Оно упрямее, чем я думал. Невозможно. Оно уходит обратно. Ты не мог подольше его подержать? Сам попробуй его подержать. Дракс, вытащишь это орудие? Попытаюсь. Нужно как-то его зафиксировать. Я не смогу! Почему ты не сдашься? Потому что там пружинная шняга. Это так и называется? Да. Нет, снаружи я ничего не могу сделать. Пусть Квилл думает. Дракс, попробуй еще. Зачем? Оно не держится. Хочу разобраться. Давай. Подчинись мне, лютая! Получилось! Я впечатлен, Питер Квилл. Надо достать следующее. Ракета, залезь в эту дыру и попробуй как-нибудь изнутри разблокировать орудие. Алло, это корабль Читаври, там полно мин и всяких ловушек. Но ты ведь такое любишь. Да, что правда, то правда. Люблю. И мне всегда было интересно, как выглядят корабли жуков. Ладно. Ну, чем воняет? Это... Ой! Ракета, ты в порядке? Я нашел экипаж. Видимо, даже черви не хотят жрать дохлых Читаури. Ракета! Спокойно. Сейчас я перенаправлю оставшуюся энергию на орудие и... И ничего. Знаешь что? Хват с ним, я все взорву. Что? Стой ты, стой! Там же мины и всякое... Ты посмотри, он активировал орудие. Ракета, ты живой? Все, теперь еще и тупой. Гамора, разберешься с этой грудой мусора. Ага. Да, Питер Квилл,
Вперед, к борцу великой великанши! О, так теперь она великанша? Говорят, леди Хеллбендер ростом в 50 голов. Ни о чем не говорит, смотря чьи головы. Ты видел Ригелиан? Да, у них нелепые головы. Недружелюбное чудовище. О, нет. Еще одно щупальце. Осторожно, оно может притворяться. Знаю, я исследовал окрестности. Разве мы с этим еще не закончили? Уверенно исследовал это эфемизм. Это значит, что он заблудился, но этого не признает. Ну тогда Квилл величайший исследователь галактики. Драк, сдвиньте немного правее. Зачем? Я тут все за моими ягодами. Все нормально, Питер? Да, просто превращаю воду в лед. Показушник. Кажется, отсюда я вижу свой дом. Что ты там делаешь? Провожу разведку. Осматриваюсь. Нам надо двигаться в сторону крепости, а не от нее. Молодец, Питер. Ладно. Почему мост вечно не с той стороны? На этот раз я требую бросить грызуна. А я требую, чтобы мы столкнули крепыша с обрыва. А зачем? А затем! Труп! Сколько мне повторять? Мы не будем швырять ракету. Глупо. Мы теряем время, чтобы пощадить чувства зверя, а он щадит наши. Опусти его. Пусть это станет тебе урок. Я покажу тебе урок! Хватит вам уже! Мы профессионалы! Мы выше этого! Я нет! Останавливаться из-за жалкого сооружения Читаури непрофессионально. Тогда хватит тратить время. Найдем способ перебраться. Если не можем перебраться, может, сможем обойти? Так, ищем трещинки, пещеры или щели. Мне кажется, я что-то такое уже слышала, только в другом контексте. Знаете, вам стоит относиться к моим идеям серьезнее. Ведь у меня улучшенный интеллект. Сколько будет 55 787 880 разделить на 9512? 5863. Ну, плюс-минус. Мой встроенный калькулятор вечно ошибается на 2. А 4 плюс 2? 4. Ха-ха-ха. А 2 плюс 4? 8. И это наш инженер? Место для слабых. Суровый климат и смертельно опасные хищники заставляют кататиан бороться за выживание. Так вот почему ты уважаешь леди Хеллбендер. Она выжила в подобном месте. И покорила его. Хорошо, что мы знаем, куда идем. Но дыр тут больше, чем в пористом дереве.
Если бы были выдвинуты мосты, было бы меньше провалов. А правда, они похожи на кучку маленьких ракет, прячущихся от дождя. А ты классный, Грут. Эй, раз уж есть минутка, ты знаешь ракету гораздо дольше меня. Я есть Грут. И знаешь, что он бывает непредсказуем, даже импульсивно. Вздорно. Я есть Грут. Мне интересно, он справится со всем этим? Я есть Грут. Звучит как да. Класс, спасибо. Оценка сотрудников. Ты прошел? Это секрет. Ребята, я что-то нашел. Вот. Интересненько. В случае нападения не будет места для маневра. Мы здесь ненадолго. Кто-нибудь видит проход? Проделаем, если придется. Вы тоже заметили? Да, причем явно что-то отвратительное. Дракс, можешь пробить им вонючую стену? Боюсь, я об этом пожалею. Какой могучий аромат! Как будто Грута стошнило. Я крепко сжал все свои ответственности. Так это странно. Эй! Есть кто? Ладно. Это меня взбодрило. Зачем леди Хеллбендер зверь в клетке? Хвост ее знает зачем. Может, это еда? Это еда? Да, для чудищ. Вкусно и интересно. Питер. Это пригодится. Еда чудищ? Клетка. Как без клетки? Если мы зайдем в крепость с нашим чудовищем, мирно идущим рядом, нас сразу засмеют. Ты чего шепчешь? Гамора считает, мы будем выглядеть убедительнее с настоящей клеткой. Одна проблема, в ней бешеное чудовище. Выпускай зверя, я от него избавлюсь. Ну да, в прошлый раз отлично получилось. Нам нужен план получше. Да, в идеале он должен гарантировать мою безопасность. Точно! Похоже, им нравится, когда их взрывают!
должен признать, каждый раз, когда от них остается кляться, это выглядит красиво. Мы однозначно победим, Квилл! Нас рвут в клочья. И знаете почему? Потому что мы деремся честно. Что? Но в нашей галактике честностью не победишь. Так покажем им, что такое драться грязно. Кто со мной? Моя речь! Только не понял, о чем он. Со мной. Нужно спешить. Сначала дождь, потом желе, затем вонючие склизкие проходы, а теперь чудище. Ненавижу эту планету! Ракета, ты все ненавидишь. Верно. Но особенно этот вонючий склизкий туннель. Зудящая шкура — это перебор. Эй, мы команда. Нужно вонять дерьмом, будем вонять вместе. Славно сказано, Питер Квилл. Я буду вонять дерьмом с тобой. Да, прекрасная речь. Грут, нужен мост. Крепость прямо вон за теми скалами. Уверен, нам сюда, но не вижу простого способа забраться. Простой не значит лучше. Тяжело нести? Вообще нет. Если внутрь поместить монстра, он тоже уменьшится? Типа того. Эта штука зажмет что угодно до кучки плоти. Супер. И не мечта. Кайфоломщик. Раз мы собираемся торговаться с леди, сколько запросим за монстра? 395 миллионов плюс-минус 2. По одному за каждый волосок на этом безупречном теле. Ты их считал? Необычно. Мне хотя бы есть что считать. Вот и нет. Что говорит древо? Что благо нам на пользу, и что мы от нее вырастем. Тебе это не поможет. Ого! Эта крепость точно входит в десятку лучших. Просто так. Пин,
нас арестовали. Было весело. Это было немного забавно. Теперь у нас на корабле тикает бомба, и мы задолжали копам. И все из-за ненадежного источника. Не минуты покоя. То какое-нибудь дурацкое чудище, то злые космические копы, то какой-то корабль взрывается у нас перед носом. И погода вечно хреновая. Это точно. Я мокр, голоден и зол, но я не упущу эту сделку после всего, через что мы прошли. Давайте покончим с этим. Это что, шутка такая? Значит, идти нам подальше. Намного. Да это какой-то мост бесконечности. Ты преувеличиваешь, красу. Мост заканчивается у крепости, значит, конец есть. Да, это обнадеживает. Тогда пошли. Три цикла. Питер, ты ничего не забыл? Точно. Клетка. Мы для того ее и тащили, чтобы выглядеть посерьезнее. Ладно, ракета. Давай, изобрази монстра. По мне и так видно, Квилл. Ты уверен, Питер? Глянь на него. Понадобится все твое красноречие. Напомни-ка мне, сколько на нашем счету походов? 13. 14? Считай контраксию. Контраксия не поход, а ошибка. Так вот, суть в том, что я смог выдать тебя, Гамору, дочь Таноса, межгалактическую убийцу, за героя. Столько раз. Класс. Думаю, он сказал свое слово. Гамора, поможешь с клеткой? Нет. Почему? Чтобы гарантировать твою безопасность. О, да ладно. Уела она тебя, Квилл. Давай, тащи меня. Да хватит тебе переживать. Опять узлами покроешься. Ну что, вперед. Я не видел настоящего кита. Теперь считай видел. Не сомневаюсь в его красоте, но не стоит привлекать его внимание, пока я торчу в этой клетке. Да? Кто-нибудь знает какую-нибудь песню или что-нибудь, чтобы убить время? Точно, я знаю. Называется... Не надо. Хорошо, ладно. Точно, стоп. Не надо. Это название песни? Нет. Ладно. Так, когда уже кто-нибудь другой будет тащить эту штуку? До крепости 60 километров. Скорее уж, 75. Есть только один способ узнать точно. 0,1. 0,2. 0,9. 0,3. 4,5. 0,4. 0,5. 0,6. Ради всего нового! Хватит! Можно по очереди поставить на девочку. Кто этот глазастый страшный? Давай скорее, или я этот торт сама съем.